Начинается дебош! Ну, точнее, не дебош, а разбор. Ну и не начинается, а продолжается. Потому что пол тачки уже раскидали. Мы меняем ковролин, мы сейчас меняем резинки, потому что они черные. А у нас они были вот такие серые. Подход, мать его. Потому что у нас, как всегда, болтон, пин-ту-пин. Все подходит? Ага. Переделать ничего не надо? Нет, нет, конечно, не надо. Я тут нашел лист СТП у себя. И, слушайте. А с этой стороны ничего не трогал еще. Так, Джан, это я. Я хочу тебе сказать, что здесь прямо-таки... Пин-ту-пин. Да, а вот, вот всякие поролонки. Ага. И чтобы задние карты от багажника встали на место, вот эти, кто-то, наверное, отпилит, кто-то высверлит, а я просто вот так вот туда загну сейчас. Как на заводе. Ох, ж рука устала. А-а. У нас ремень один лишний получается. Здесь два на этом сиденье. Ну, в смысле, этот карабин. Надо открутить. А? Ну, иди сюда, иди, иди. А? Престижно? Болтон. Пин-ту-пин. А может так оставить? Считай это. И водителя. Да, а здесь стол. А здесь большой экран. И считай Майбах. Обязательно хочу заснять, потому что вот тут нет отверстий боковых вот таких. Их приходится самим делать. Вот маленькую дырочку сделали, а там резьба нас ждет. Ты хочешь мои болты запылесосить? Можно мне эту? О. Прикинь, закручивается. Резьба из в машине. Вау. Я вообще в восторге. Тут, кстати, намного интереснее, чем с базовкой. Оказывается, реально все закладные, все есть. Шикарных кожаных салонов. Че по пластмасскам? Да. Он, если честно, даже, я говорю, он прям пахнет новым. А я тут посижу. Жопа скользить будет. Туда-сюда. Ну, кстати, сразу сел, сразу холодно на коже. Без шуток. Жопа сразу мерзнула. Свои минусы есть тоже. В таких. Согласен. Ну, кстати, по текстуре это более матовое. Я не знаю, с течением времени она такая стала или нет. Но вот если брать, например, в целом все. Угу. Давай сейчас примерим. Она чуть-чуть серее. Угу. А так, конечно... Не, ну, если из салона, кстати, смотреть, то... Вот этот пластик со временем просто уже более блестящим, может быть, еще стал. Его можно почистить тоже, как бы, один раз. Хорошенько. Да здравствуют красивые дверные карты. Сейчас их надо будет только помыть. Очень хорошо видно, вот когда вот эту дверь и эту дверь смотришь, прям существенная разница. Довольное лицо человека.
На этом выпуск пока закончится, хорошие мои. Что хочу сказать. Переднее сиденье мы также установили. Переставили подушки с велюровых сидений в кожаные. Кожаные тем самым, как я, наверное, вам уже говорил, были стреляны. Нам их зашили, отремонтировали. Даже отремонтировали порез на водительском сиденье, который был и выглядел примерно вот так. А сейчас выглядит вот так. Да, не идеально, но даже сам мастер сказал, что мог сделать лучше, но не получилось. На самом деле, для меня очень большим удивлением было, что реально можно восстановить порезанную натуральную кожу, чтобы это было практически незаметно. Что в дальнейшем, какие планы? Это запуск подогревов, они не подключены, сиденья просто стоят. Но хочу заметить, что электрорегулировки на комплектации Elegance работают pin-to-pin. То есть достаточно было соединить все разъемы на место, и все заработало. Запускаем вентиляцию, запускаем подогревы, переставляем руль, щиток приборов. Все, по салону работа окончена. Поэтому в ближайшее время выпусков, наверное, уже как таковых не будет. Больше я про автомобиль буду показывать на своем инстаграме, Там я показал всем, как я проклеил двери, как переставляли дверные карты с Аделем. Как этот процесс шел, в принципе, ну, не подробно, но это мало кому интересно. Вот. Остальная вся работа остается на после Нового года. После Нового года этим займемся. Полностью внешкой, потому что фары готовы. Фары можно забирать. В чем вся соль? Нужно будет снять рестайлинговые фары с белого Прада. Мы их снимаем. Разбираем и интегрируем в них начинку от оригинальных фонарей. Фар передних. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку, за ваше мнение. Для меня оно очень важно, как вы понимаете. Ну, в интернете очень важно, когда твое видео кому-то рассказывают, когда его комментируют и когда ставят сердечки. Всем большое спасибо. Всех обнял, с наступающим Новым годом и до скорых встреч.